Актер Сергей Шакуров рассказал, почему развелся с Ларисой Гузеевой. Виной всему стал сложный характер актера, который не смог подарить телеведущей счастье. В семье постоянно были скандалы и ссоры, которые возникали на ровном месте. Сергей уверен, что Лариса сама обладает сложным характером. Поэтому им изначально не нужно было пытаться строить отношения. Лариса была младше продюсера на 28 лет, и разница в возрасте также не позволила им построить счастливую семью. Они говорили на разных языках, а Шакуров постоянно пытался учить телеведущую жизни, считая ее своей дочерью. Однако с другими избранницами мужчина также не смог построить отношения.